Горах жестко заморочились за стройку дороги, автостраду делают. Ну и, конечно, без вот таких сооружений не обошлось. Это, по-моему, уже третий такой мост я проезжаю. Высоченный, широченный. Но это все, представляете, сквозь скалы нужно прорубиться, сквозь леса. Короче, грандиозный проект. Так что скоро будем с кайфом ездить по М5. Смотрите, вот это все отсыпает. Где-то скалы прорубают. Сюда потом свозят. Наращивают грунт по высоте. Потом делают мост. Смотрите, сколько. Прикиньте, сколько КАМАЗов они сюда привезли. И вообще жесть. Вот это все насыпь. Ну, телефон не передает, конечно, все картинки. Но нереальные горы просто насыпали. Ну что, ребятки, все походу приехали. Добрался. Все, вон пацаны стоят. Сейчас забираю спойлер и еду к Лексусу. Че, кто подумал, что я сломался? Хренушки. Наконец-то техничка со мной. Ну и спойлерочек. Детройт ZMS, красавчики, еще тепленький. Смотрите, только из печки. Еще чуть-чуть липенький, поэтому подвесили его в салоне. Сейчас печуру навалю на полную. Ну и как раз спустя там часик-два прикрутим его. Красавчики, пацаны, спасибо. В общем, история с этим Lexus'ом вообще интересная. Он выглядел вот так вот, да, это тачка GP Остапчика, его первая машина там, на этой машине там расширение они там придумывали. В общем, GP машина Андрюхи Остапова. Сейчас... В общем, давайте, так сказать, из первых уст расскажу, как вообще вот эта коллаборация с Костиком получилась. Как-то мы с ним пересеклись в ЛСЕ. Ну и как бы я делюсь с ним историей, он своей историей. Я говорю, так и так, не хватает рук, стоит Lexus, его бы в идеале разобрать, отпесочить, покрасить, попутно отдефектовать и собрать по новой. Ну, чтобы была свежая тачка, а без лежит, все лежит, типа, надо заняться, просто нет рук. Сами мы не можем это сделать, потому что занимаемся подготовкой Lexus к GP, ну и потом будем строить новую платформу BMW. Поэтому, ну, никак до первого Lexus руки не дойдут. А Костян, в свою очередь, хотел очень поехать РДС в Европу. Ну и, в общем-то, интересы сошлись. Получается, я дал Lexus, они взамен его готовят. Ну и Костян едет какой-то
из этапов РДС Европы. Так что, что, будем следить, болеть, Костику удачи. Очень интересно, что у него получится. Друзья, в общем, мы в SVX Detailing, тачку пока показывать не буду, потому что, ну, официальной презентации не было. Но, в общем, вот в таком кошерном местечке будут его намывать к первой гонке в нашем сезоне 2023. Зацените, какие тачки у пацанов стоят. Намытые, готовые к выезду. На сегодня пошел дождь, и я так думаю, они здесь так и простоят. Блин, поршиши, конечно, темка вообще. Вчера был поршак, сегодня вот, пожалуйста, три поршака. В общем, пока едем по делам, ждем, пока с ней закончится. Вот, если что, вот так лого выглядит у пацанчиков. Все, машинка чистенькая, опрятненькая. В общем, скоро выложу фоточку. Жучок новый. Вот только что ссылка пришла. Сейчас фоточку. Ребят, ну что, я смотрю, вроде ливрея всем зашла. На самом деле, сам очень сильно доволен. Спасибо Косте, менеджеру, что согласовал мне. Благодаря ему мне разрешили, в общем, использовать хромированную пленку. Она должна была быть кое-какого другого цвета. Но, в общем, Костя все зарешал. Мне почему-то показалось, что с хромом она должна заиграть, ну, как-то более выгодно смотреться, раскрыться, так сказать, визуально. В общем, ставочка сыграла, тачка реально выглядит бомбезно, прям вообще суперский. Спойлер вот этот огромный, 185 сантиметров шириной, который, когда ты сзади смотришь, он шире, чем стоковые зеркала. Визуально машина стала шире и еще ниже. В общем, чисто такая, знаете, какая-то ДТМная история, но при этом дрифтовая. В общем, кайф. Все, пришло время подзарядить свои батарейки. Больше суток без сна. Не знаю, как меня еще не выщелкнуло. Видимо, то, что, ну, плотный график такой был. Куча всяких разных событий интересных. Поэтому до сих пор как-то и спать неохота, если честно, уже. Но пора бы. Так что, ребятки, что мы еще, кстати? В принципе, тачка готова, там кое-какие мелочи надо подобрать. Подпор переднего бампера сделать, чтобы ветром его в движении не подламывало, не загибало под передние колеса. Ну и дособирать шмурдяк и завтра по плану выехать в ночь. Ну и во вторник тесты, ну а там уже этап, так что все, что, скоро увидимся. Давайте, собирайтесь, выезжайте тоже. Готовьтесь на RDS GP.